Наступающее потепление в крае будет достаточно продолжительным, и практически всю первую неделю температуры в крае будут только повышаться. Поскольку у нас все-таки впереди еще целый февраль, то, конечно, периоды холода еще будут на территории края. Надеемся, что все-таки на побережье минуют уже достаточно сильные морозы, поскольку сейчас пришедшее тепло уже, в общем-то, по крайней мере, в районе побережья будет уже больше свидетельствовать о переходе к весеннему типу погоды. И вот таких серьезных затоков холода, серьезных похолоданий мы все-таки уже в районе Черноморского побережья не прогнозируем.